Всем привет! Мы продолжаем наши уроки игры на варгане. И сегодня мы будем менять тональность с помощью нашей артикуляции. Это всего три простые буквы О, А, И. О – это низкое, А – среднее, И – высокое. Смотрите, как это звучит с инструментом. Мы проверяем нашу позицию, правильно ли мы держим хомут с помощью пальца и носа. Вот. Ровная линия. То есть не надо играть вот так, да? Не надо играть вот так. Нужно играть ровненько. Как идет ваш нос, так и стоит наш хомус. Угу. Вот так. И пробуем. Без голоса, без дыхания через рот, мы произносим букву О. Без голоса. Видите, она звучит низко. А. Она звучит средне. И буква И. Три буквы вместе. Совмещаем. Не дышим. Взяли дыхание. О, А, И. О, А, И. Все это время я не дышала, чтобы не нарушать красоту звука. Если вы будете дышать через рот, этого не будет слышно, этой разницы между нот. Пробуем еще раз. О, А, И, А, О. А, И, А, О. А, И, А. Поехали. Все это время я не дышала. Но, конечно, в паузах мы можем очень хитро успевать брать дыхание носом, но не ртом. Пробуем. Теперь медленно, только О. Только А. И только И. Теперь три вместе. Теперь ходим по кругу. О, А, И, А, О, А, И, А, О, А, И, А. Ну и, конечно, нужно очень много практиковаться. Не забывайте, у нас есть много времени. Если вы находитесь на карантине или самоизоляции, как я, у вас все получится. У вас есть достаточно времени. Успехов! Если есть какие-то вопросы, не стесняйтесь, спрашивайте. Всем удачи и пока!